В минувший четверг общественность потрясла новость о скоропостижном уходе Ирины Мирошниченко. Народная артистка скончалась на 82-м году жизни. Сегодня с ней прощаются семья, коллеги и многочисленные поклонники. Напомним, о трагедии сообщил родной театр, всеми любимая актриса. Театр с прискорбием извещает: сегодня, 3 августа, ушла из жизни народная артистка России Ирина Мирошниченко. Буквально на днях мы поздравляли ее с 81-м днем рождения, а затем, когда она внезапно попала в больницу, надеялись, что многочисленные пожелания здоровья возымеют силу. Но, увы, для многих поколений зрителей Ирина Мирошниченко была любимой актрисой, звездой экранной сцены, эталоном женственности и красоты. Для нас же, ее коллег, Ирина Петровна еще и пример служения сцене и публике, образец верности художественному театру и просто родной человек. В труппу театра она вступила в 1965 году, сразу по окончании школы-студии МХАТ. Ее первыми партнерами и учителями были великие мхатовские сатирики. Достаточно вспомнить легендарное соло «Для часов с боем», чьи уроки она пронесла через всю жизнь. Скорбели коллеги звезды.